забыл вам упомянуть, когда делал видео про питчинг и флиппинг, забыл упомянуть, в какой момент отпускать приманку. Ну, в принципе, я думал, что это понятно людям, но оказалось не совсем и не всем понятно. Сейчас покажу, как, в какой момент отпускать приманку, чтобы не было перебежки при кистевом или амплитудном питчинге. То есть, когда у вас вы делаете свис, я делаю свис обычно в районе катушки, чуть выше. Когда вы делаете свис и потом отпускаете, подаете удилище назад при кистевом или амплитудном, не важно, подаете удилищем приманку, отпускаете. Здесь палец еще держит. Приманку отпускать, и приманка вместе с леской идет как бы маятником. Понимаете? Маятником. И в тот момент это так же, как бросать любым броском в кастинге. Сайд кастом, оверхедом, трехчетверным, неважно каким броском. Вы же в какой-то момент отпускаете ее. Либо вы можете рано отпустить, и приманка улетит неизвестно куда, либо поздно, и она плюхнется под ноги. Также здесь нужно поймать вот этот момент амплитуды, чтобы отпустить приманку в тот момент, в который нужно. Леска при этом должна быть всегда натянута. То есть когда леска переходит в фазу, то есть надо попробовать медленно это сделать, и когда леска переходит в фазу броска, приманка точнее сама, в тот момент и отпускать. Соответственно, кто делает это первый раз, у него будет либо влево, либо вправо все это уходить. Ну, в общем, вот так вот, понимаете, да? Медленно потренироваться, делать вот этот вот маятник сначала и понять, в какой момент отпускать. Также медленно потом попробовать делать классический питчинг. Спасибо за внимание.